Они рождены, чтоб елки сделать пылью. Деревья, с честью и достоинством отслужившие новогодние праздники, дробят, щепки летят. Прежде чем пропустить ель через дробилку, ее нужно подготовить. И это уже ручная работа. Они бывают раскорячку, бывает, надо рубить их, чтобы они это прошли спокойно. Дробление деревьев – самый эффективный способ их утилизации. Это значительно сокращает силы и время рабочих. Так в один КАМАЗ помещается не 20 полноценных елей, а сотни измельченных. При этом опилки – это не бесполезный мусор, а ценное удобрение. Приходят жители, конечно, просят то, что когда у вас будет где дробилка. Соответственно, они приходят с мешками, собирают дробилку. На даче, да, это тоже очень это актуально. Если кому жителям надо, мы никогда не отказываем. Потому что если им это нужно удобрение, то ради бога. Коммунальщики будут дробить елки, пока мусорные контейнеры не опустеют. Деревья с остатками новогодней мишуры, говорят рабочие, первые вестники весны. А вообще народная примета «выбросил елку, жди потепления» уходит своими корнями еще в языческие поверья. 30 января по языческому поверью День Мороза и Снегурочки. Он символизировал окончание зимы, ведь не за горами широкая масленица. А от новогодних праздников остались щепки да опилки. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».